плюс 5-7 сантиметров к росту всего за одну неделю. Большинство людей стоят сутулившись и на полусогнутых ногах, потому что мышцы зажаты и их нужно расслабить. Первое упражнение – раскрытие грудной клетки и сведение лопаток. Выполняем по 15-20 повторений, 3-4 рабочих подхода. Движение плавное, подконтрольное и максимально сильно прожимаемся. Второе упражнение. Встаем вплотную к стене спиной, прижимаем локти к стене и стараемся, выпрямляя руки, не отрывать локти от стены. Выполняем также 15-20 повторений в 3-4 подходах. Растягиваем грудные мышцы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, сгибатели бедра и икроножные мышцы. Вот так. Выполняй вот эти упражнения пару раз в день, и уже через неделю у тебя будет плюс 5 сантиметров к росту. Успехов!